И всем привет, друзья, мы на канале Цварга Фокс. Сегодня мы будем обозревать мод на Modern Warfare 2019. Ладно, шо ж, а мы с вами погнали. Первое оружие это у нас АК-47. Это я не минимизировал. Сейчас 77. Ну так он примерно выглядит. Если вы не инфицированы. Еще патрончиков заспал. Можно приклад поставить, какой-то вода. Давайте посмотрим. Вот это есть у нас. Вот это рукоятка такая. Такая рукоятка. Такая. Маленькие рукоятки. Приклад. Вот это. Скелет сны. Вот так. Скелетный тоже. Ну и не столько. Это лазер у нас красного цвета. Вот, допустим, вам покажу. Если что, если вы так вот хотите, как я сделаю, два раза Е нажмите английский. Ну или же русскую У. Я хочу модифицировать. Вот это. А, я вам еще кушать не показал. Это у нас комната Сикли, комната Сикли. Это я не знаю, что, вроде бы тоже комната Сикли. Если что, можете мне в комментариях поправить. Это вроде тоже. Вот это уже глушители. Пожалуйста, остановимся на этом глушаке. И тут у нас есть всякие эти стволы. Типа можно сделать АК-74. Вот, допустим, либо такой, либо такой. Ну и... И прицелы. Это у нас клеймо. Коллиматорный это у нас, это тоже коллиматорный, тоже это географический уже должен, это я не помню как называются, это тоже географический, это вроде бы оптический, но это оптический, географический, оптический, я его замечал прицел, не помню, вроде тоже коллиматорный, оптика. Кстати, вот с такой штукой можно делать вот так. Два раза Е нажимаете, и у вас прицел меняется. Только если вы два раза Е нажмете, попытаетесь, то лазер у вас никак не повернется. Ну, чтобы через лазер целиться. Так, сейчас я еще побольше оставлю этих бакалавров. Так,
Так, ну калаш я вроде бы вам показал. Ну, еще можно поменять патроны. Можно сделать 41. Можно еще больше. Нет, это не еще больше. А можно либо вообще барабанный сделать. Ну и... Тогда можете стрелять вообще. Это оружие не подойдет. Не знаю для чего. Но оно очень хорошее, в принципе, для того, чтобы с ним поиграть. Не знаю, лагает ли оно на слабых ПК, я это не проверял. Так что я тут это все. Давайте теперь. Это в смысле нет, это почти то же самое, что и АК. Давайте теперь АМ-94. Ну, все вы тут видите прекрасно, но я вам это показывал, только вот это не показывал, это у нас меняется вот это. Это у нас вроде бы перки, да, это перки. А еще можете подойти к врагу вот так, за нажать Е английскую и ЛКМ. Ну, делаем так. Допустим, я хочу стрелять. Так, это тоже у нас сразу же. Теперь освал. Освал он очень тихий, из-за этого минимум даже глушитель не надо ставить. Кстати, заметил то, что еще. Короче, забыл, вылетают пули. Простите. Так, у нас тут можно поменять, либо вообще можно поменять абсолютно приклад. Можно сделать такой, либо такой. Либо можно поменять мусло, вот такое, либо аж такое. Ну, в общем, ну и там дальше все же по стандарту. Следующий у нас КР-56. И, в общем, сейчас я подождите, приду, чуточку подождите. Так, ну мы с вами продолжаем. Тут можно вот такой даже сделать. Даже можно там 16. Ну что такое? Можно вообще минимальный этот объем поставить. Можно, кстати, сделать из своего автомата снайперку. Ну, пусть у меня вот он такое расстояние. Ляву. Вот, в принципе, и все. Теперь к фэлу переходим. О, что тут-то оружие? Одну пулю живет, которую сразу не пью. Ну, конечно, не пью, одну пулю. Это только почти что можно рандом. Куда попадешь, в общем? Я так и не разобрался, надо посмотреть, что это такое. А, да, забыл сказать то, что выглядеть будет вот так вот. Но вы чего хотели? Если вы будете смотреть с друзьями, играете, в принципе, это будет выглядеть примерно так. Но все равно на это можно подзабить, потому что как бы это сложно увидеть. С пистолетом и то же самое.
Так, давайте переходим тогда уже к Скару. Эти оружия вряд ли подойдут к какому-то фильму из-за вот этого, ну что я вам показывал. Для чего они подойдут, так это для того, чтобы с друзьями похерачиться. Либо я хоть какой-то сделать. Так, ну ладно, сейчас покажу тут пчелку Скара. Улучшить амуницию, постреляю вот так. Очень бесшумно, ну почти бесшумно. Можно сделать длиннее, можно сделать короче. Допустим, я сделаю длиннее. Теперь ФАМАСы. Хороший автомат, в принципе. Тут я ничего не жалуюсь. Можно еще вот такое было сделать. Вот такое, либо вообще такое. Рушитель можете надеть. Рукоятку можете поставить, лазер нацепить. Ну и прицел какой-нибудь. Допустим, такой. Если что, два раза Е нажимаете. То не понял, как это делает. Либо вот так можете два раза и сделать. А, и да, я забыл вам сказать, то, что если вы будете ставить не такие вот прицелы, не такие, не такие, а если даже такие, то вы все равно сможете. Ну, не такие вот, чтобы тут было вот это вот еще вдобавок. То, допустим, вот этот, то вы тогда сможете целиться вот так, через лазер. Видите, у меня метка убирается, я целюсь только точкой лазера. Масса не отсюда. Теперь Г3. А3. Хорошее оружие. Да. Правда, тут менять только можно обойму на 30 магазинов. Дуло тут менять нельзя. Можно прицелы поменять, глушители, ну и лазера. И перки еще поставить. Но там не очень разнообразие. Вот это вот тут можно такое даже поставить, либо такое, ну, либо такое. Может вообще сделать из него какой-то М45, я из него не пытался сделать, но может быть получится. Можно и проверить, кстати. Если он спилушитель, то вроде бы уже выглядит похоже. Ну да, ладно. Теперь сюда. Очень хорошая винтовка, она мне нравится. Правда, если поставить вот такую, нельзя будет глушитель ставить, потому что она не так вам будет. М13 теперь. Смотрим, как обычно это. Теперь идет пистолет М19. Нормально, у него песчаная скраска. Можно сделать либо так, вообще в черную перевернуть. Сейчас мне надо. Тут можно что-то, ну, не можно, да, прям гасительно насыпать. Обойму побольше сделать. Ну, вот такой. Допустим. Ну, короче, обойму там есть на 30 патронов, вроде бы, если там пошло. И культ. Можно сделать уже вот такой, еще патрон возьму. Тут уже вот такой. И вот такой.
моё любимое серия мемок. Две мемки сейчас будут идти, хотя у них просто раскраска разная, и всё. Лампу можно поставить либо такой, либо такой, либо такой, либо такой, либо такой. Я предпочитаю больше делать вот такую модификацию. Тут еще можно вот такую вот обойму нацепить. Такую надо. Пистолет обойма. Можно такую меньше сделать. Можно вообще обычно оставить. Так, ну ладно, что у нас там на каров идет? Нормально так-то. Можно сделать его скорострельным, ну примерно вот так. Чтобы у вас обойма быстро не кончалась, сделайте либо такую. У вас один патрон. Либо такую. На 81 патрон. Тогда патроны точно не будут кончаться, но это будет выглядеть убого. Теперь у нас идет, хотя не, это будет в конце. Ну вот такая вот винтовочка, Один потом. Прикольно, похоже на ФАМАС, но хотя это не ФАМАС. Да вообще чуть-чуть она похожа только на ФАМАС. В общем, тут вот такое можно поставить всякое. Короче, те же самые модификации про мобилы. Вот теперь это идет. ФАМАС. Не знаю, почему тут зеленый вот это вот. Может быть такое было поставить, либо такое, либо такое. Перерынки, точнее перерынки. Можно еще не поставить. Можно такое вообще выделено. Глок. Смотрите, сейчас я не забыла. Ага. Так, вот, смотрите. И не поставим. Вроде бы это. Сейчас, погодите, надо посмотреть. Ага, вот это. Ну, в общем, вот их глок. Он скорострельный. Ну, и переходим к самому веселому. Допустим, я сейчас создам вот этих. Сам подумал, какой вообще день будет его модифицировать. Патроны на него вроде бы тоже выдавать нельзя. Чем-нибудь так. Либо же можете просто скачать вот этот мод. Сейчас помните это. Я, если что, на него ссылку в описании не буду оставлять, просто по видео напишите название. Там встает. Сейчас я не знаю.